Аибашьраҿы хьӡыԥшала иааирала мацара ахҭысқәа цашьа рымаӡам. Иҟоуп итрагедиахо аманшәаламра, аиқәымшәара. Убас еиԥш иҟаз хҭысын ахбҩ ашьхаҿы аӷацәа ирылашәаз аибашьцәа зҭаз ҳвертолиот аҭахара. Усҟан урҭ аибашьцәа ирылаз Валера Чачхал ихымҩаԥгашьа, уи иҩызцәа реиқәырхараҿ иилиршаз атәы, усҟангьы легендак еиԥш еиҭарҳәон, иара ианиҳәоз уамак ҟаимҵазшәа дшалацәажәозгьы. Иахьа ҳара иаҳзынханы иҟоуп уи ахҭыс аныҟалаз Валера интервиу имызхыз, аибашьра зегьы Аԥсны корреспондентс аус зуаз, иара Валера Нхыҵ Кавказтә иҩызцәа иреиуаз аҟабарда журналист Иусуф Куклетов ианҵамҭа. Получили приказы, вылетели мы на вертолете на Сопку. В момент посадки только сели и сразу тут же начали нас обстреливать с автоматического оружия, с пулеметов и с автоматов. Валера, извини, пожалуйста, вот ты говоришь, мы только сели и начали обстреливать. Да. Что это значит? Вас специально привезли туда, чтобы вас обстреляли, что ли? Я не пойму. По всей вероятности, то, что до этого днем вертолет туда прилетал, это выгружал. Выгрузил боеприпасы, продовольствие и так далее, был засечен. Часть людей выпрыгнула из вертолета и сразу приняла бой. По ходу боя мы услышали, что... Что, вертолет сел прямо в окружении, в полян? Это уже вас ждали, очевидно? Да, очевидно, нас уже ждали. Нарвались на засаду. Приняли бой, начали отстреливаться. Когда отстреливались, и объектом фактически расстрела был вертолет. У него это гранатометом потом ударили, он загорелся. В моменте, когда я перезаряжал, видел, как вертолет, уже объятый пламенем, старался подняться. И над землей где-то с метр поднялся и рухнулся, и развалился. Нам, ввиду такой критической ситуации, выше нас была Сопка. Мы находились на поляне и, собственно говоря, простреливалось это все. Нам перебежками отстреливать пришлось уходить в сторону леса, а потом брать высотку. Высотку, как после взятия высотки, мы уже закрепились, все оставалось, но с нами оставалось 6 человек раненых, из 14 человек 6 человек раненых, двое убитых, и командир принял решение о том, что надо отходить. Я по спуску спустил, по тропе ехал, всех спустил вниз и переправился в нашу сторону. Один? А? Один? Нет, не один. Все 14 человек. Ахбют пяхтыс и бал иршют усқан Валера дызлаз архута горец, а команда қацай, а форум айтгылыра активист сиқыз Сергей Арышпы. Горы великолепно знал. Горы – это была его родная стихия. Лес, горы. Даже когда вот эта история с вертолетом произошла на Ахбике, когда мы загорелись, точное расположение, где мы приземлились, я не знал. Наблюдать, отслеживать было невозможно, потому что иллюминаторы были замазаны, заклеены на этом вертолете. Из них смотреть было невозможно, не видно ничего. Валера сориентировался буквально в 2-3 минуты, сориентировался, где мы находимся, на каком месте. И на мой вопрос, где, говорю, немцы, где наши, с какой стороны линии фронта, он мне тут же объяснил, вот дал ориентиры, вот, говорит, тропа, она ведет туда. Во время прорыва, когда прорывались из окружения, он был в числе тех, кто в первом ряду шел. Сплошной огонь в 3-4 раза превосходящий противника был из всех видов оружия. Но уже повторяться сейчас о том, что там было, я не буду. Но когда уже
сбили мы противника с их мест, на котором они сидели, с подготовленных позиций огневых. Валера вплотную стал стрелять с подствольного гранатомета, но метров 30 были явно не грузинской национальности, группа людей. Ну так, насколько я понял по разговору, который они между собой вели, когда окликивали друг друга, это были украинские националисты. Это УНАУНСО, бойцы, которые западной Украины, приехали, принимали участие на стороне Грузии в боевых действиях. Так он с подствольного гранатомета расстреливать чуть ли не в упор начал их. Потом, когда я спросил, ты говорю, что, почему более точно вести огонь, говорю, с автомата, он нет, говорит, они большего не достойны. Они приехали к нам для того, чтобы отнять у нас жизнь. Из 42 человек, 12 человек тогда вместе с нами вышли оттуда, вырвались из окружения. Очень много ребят наших осталось там на вершине. И Валера был в сторожевом дозоре, когда спускались вниз, он метров на 200 впереди шел один. Если что, чтобы дать знать. А оставшийся личный состав мы на одного здорового было двое раненых, из которых один тяжело раненый. Вот при таком раскладе раненые несли раненых, когда выходили. Сергей Валерьевич Чичхал Айбешрич и Хамепкаши. Уяйр пшу за огара и пыши, и виз сверзаказащи. В начале октября формировалась разведрота Гумистинского фронта. Мы должны были работать в высокогорье, в горах. И в штате у нас было 8 лошадей. Валера появился сразу, у тебя, говорит, лошади будут, я, говорит, должен быть вместе. И вот с октября месяца и до момента его гибели, в принципе, мы постоянно были вместе. Он находился рядом. Это человек, который мог делать любую работу, которую ему поручали. Он мог накормить личный состав, когда был голоден. В горах находимся. Он и кушать на всех приготовит. Он не считал чем-то зазорным это. Кушать приготовит. С молодежью общался. Вот молодые ребята были, 17-летние, 18-летние. С ними находил время поговорить, объяснить, что мы абхазы, и соответствующее поведение должно быть как на поле боя, так и здесь, вот, в быту. Когда после неудавшейся наступательной операции надо было вывозить людей с горных районов, с района Шурома, и все раненых. Вот он лошадей взял и занимался уже отдельно, откомандировал я его ранеными, перевозил раненых. В таких местах, где медсестра не может вынести, где кроме как на лошади, чтобы человек живой остался, донести, по-другому не получалось. Валера там работал хорошо. Много ребят, которые сегодня живые, могли бы ему сказать спасибо, если он был бы сегодня рядом с нами. Чачхал апсны дыззым дырвоздмачин. Уй хучидуй рызнейший дырвон. А интеллигент ишчавичек дакшон анхаюги дизайгун. Уй апстаза разгвахюз, а гуштых разлазхацан. А энергию гоимен, а апсарак издырвомызд. Если бы жил бы Валера Чачхали в сегодняшнее время, я думаю, что многие вещи, не во всем, естественно, но с помощью там близких людей, друзей, он такую ауру имел, такую энергию имел, что многие вещи, которые, ну, не соответствуют нашей, вообще нашей абхазской, не должны соответствовать действительности, но они присутствуют, многих вещей бы не было бы. Вот. Рядом с ним всегда ощущаешь, что ты всегда должен быть в напряжении, всегда должен думать о своей родине, думать должен о высоких материях. Несмотря на то, что вот он такой имел такой вид, как хороший абхазский абрек во время войны, у наших так, в глазах такая картина. Вот. Ну, такие люди бы сегодня бы сделали бы очень много позитива. Я уверен в этом.
Аяша Аща Курухорыз утачкум геогуазару пхипхадзон Валера Чачхали. Уяснаги агурганы дыган, апсуа азг ебш хайдгыланадзы, тачкум ебш хайладзон хаканадзы азгит шахзым яйва. Иқалап уй айбашры қалаанзы иззилым кауаз маджуем зырги. Аха ерахаталады зхемдзы за яйры яхнарбет, Валера зақад яшыз, зықаги харат худсвыз.